И то она бывает незначительная. Там буквально, ну там 3 миллиметра, конечно, в сложном случае это реже бывает. И еще бывает вот так, относительно друг друга. Они смещаются, да? Ну, потом на видео посмотришь. Значит, мы берем, упираемся одной рукой. Ну, например, да, просто человек здоровый, нарисовать на нем ничего не получится. Одной рукой упираемся повыше этого позвонка. Тоже механика-то на самом деле простая. И вот если вы сообразите, да, это все на самом деле просто. Как показать-то? В общем, вот этот у нас чуть повернут, да? Мы верхний позвонок должны приподнять от него, а в этот надавить так, чтобы он сюда вошел. То есть двойное движение. Например, он повернут вправо, да? Значит, я с левой стороны позвонки поднимаю, а вот этой рукой в него вот туда вот прям внедряюсь. У кого сильные пальцы, да, можно, в принципе, пальцем даже вот так вот. То есть сначала приподняли, а потом туда вдавили. В принципе, вот если даже человека как бы ничего нету, да, можно, ну, функциональные блоки все равно могут быть при этом, да, то можно просто симметрично на грудном отделе, но это очень короткий отрезок, вот такой, буквально получится воздействие, раз, два, три, три места, да. Относительно друг друга в противофазе, как бы, это вращение сюда, а это сюда. Потом... Вот. Все блоки. Я на разборе отсюда. И то же самое, вот особенно сложная часть, это вот седьмой шейный, либо первый грудной позвонок, да? Тогда мы голову откладываем, чуть-чуть назад, упираемся вот в этот позвонок. Найти тяжело. Давайте на вас, может, покажем. Давайте нам, да? Покажем. Он уже красный. Делайте, делайте. Делать? Тут надо подойти с этой стороны. Смотрите как. Вот если он выпирает в эту сторону, я не буду говорить лево-право, чтобы не запутаться, вот наружу, к нам, да? То, соответственно, прямо вот в него упираетесь, а голову чуть-чуть вот так придерживаете. На него давите. Хрустнул, по-моему, да? Вот. А если в ту сторону, вглубь, да, то также все оставляется, голову чуть-чуть назад, упираетесь там вот как бы в мышцы, а с этой стороны вот в челюсть. Вот так вот растягиваете, ну, даже почти в ухо растягиваете. И, ну ладно, это хватит, пока давайте закрепим вот эту часть. Можно на моей шее еще? Да, попробуйте, да. Непонятное ощущение.